Глазам своим не верю. Подкрепление из бессмертных. Обстановка? Так. Простите. Предал. Теперь бог мантидов? Или что-то вроде того? Прости, Иден. Мне так жаль. Настанет день, и они заплатят за это. Я обещаю. Его храмовники уживаются с его новыми подданными. Мне будет не хватать тебя, Лин. Ты был прекрасным братом. Лучше бы выжил ты, а не я. Заслуживаешь жизни! Ты оставишь меня в живых? Понимаю. Захватить власть... Предавал вас. Я не... Ты позволил себя победить. Это почти одно и то же.
теперь ты. Скоро придет конец. Леон говорит серьезно? Угрожать совету богов? Ну, знаете, нужно рассказать во всем Ане. Она найдет на него управу. Нарион слишком долго испытывал мое терпение. Он считает, что сможет победить совет богов? Я уничтожу его своими руками. А ты пойдешь со мной, чтобы сделать его поражение еще более горьким. Мои разведчики докладывают, что он в своем замке. Да, Нарион может считать, что заманивает меня в ловушку. Его безумие зашло слишком далеко. Привет, я Тесса, богиня природы и старший друид. О, это из-за... О, Эти горгониды весьма привлекательные особы. Надо отдать им должное. То есть тебя не смущает, что они планируют взять в рабство тебя лично и всех мужчин и леонов в придачу? Он всерьез увлекся присмыкающимися. Целыми днями торчит серпентарий. Так ведь? Я там рисую. И как художник отдаю должное удивительному сочетанию стремительности стеремнилий с пластичностью млекопитающих в организме. Чтобы победить врагов, их надо постичь. Я пишу эскизы по... И Анна непременно хотела видеть тебя в битве. Но в таком виде тебе там делать нечего. Это битва богов. Так что становись богом. На время, разумеется. Этого прототипа божественной формы как раз должно хватить до конца боя. Главное, ни о чем не волнуйся. Я окружил замок особым барьером, поэтому Нарион не сможет убежать. Подводи храмовников под мои удары молнии.
Ослепи Нериона по моей команде. Используй силу света. Нерион, сложи оружие. Хватит, хватит! Ты победила, Ианна. Что дальше? И ты здесь? Что за время? Божественную форму раздают кому попало. Молчи! Я не разрешала тебе открывать рот. Я... Победа далась нелегко, да, Ианна? Бой вымотал меня. Мантиды наделили этого предателя огромной силой.
Вообще-то у меня имя есть. Молчи. Я оставляю его на попечение Флавия. Помоги ему, если потребуется. А я... Мне нужно идти. Она не очень уравновешенная, правда? И при этом управляет объединенной армией Илеона. С ума сойти. О, уверен, она будет печальна. Но я смиренно приму все, что Иоанна мне уготовит. Я умею проигрывать. Предал? Разве? Может, я просто увидел для Илеона другое, лучшее будущее. Будущее без постоянных сражений. Смертные смогли бы наконец зажить спокойно. Этот человек, которого я убил в Игнуме, мог бы остаться в живых. Если бы вы все признали, что Иоанна и Совет Богов ведут Илеон в пропасть. Великий Бог Илеона покинул эту планету. Почему, как считаешь? Может, он однажды встал с утра, посмотрел с небесного моста вниз и подумал: да пошло бы оно все. К Танатосу этих неудачников. Найду планету получше. А должен был? Мне правда жаль этого парня, но ему просто катастрофически не везет. Не хотел бы я оказаться на его месте. Не обращай внимания. Эта технология новая, мы ее не тестировали. Мне кажется, нам нужно больше богов. Тиберий, группу младших богов Ландер. Ну вот мы и познакомились лично. Флавий, воплоти, очень приятно. Если хочешь что-то спросить, говори быстрее. У нас тут полно работы. О, признаться, я и сам пока не знаю. Задача удержать в плену бога для меня совершенно новая. Если говорить о коротком времени, то в этом нет ничего сложного. Нужно только богов побольше. А вот если о длительном... Что? Тюрьма для богов? Тюрьма для богов. Придумаешь тоже. Хотя постойте. Тюрьма для богов. В этом что-то есть. Спасибо за идею, я должен это обдумать. В смысле, прямо сейчас. Пока. Достаточно сил, чтобы однажды стать младшим богом.